Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас К700А 1988 года выпуска, после капитальной реставрации. То есть он полностью откапитален. Все коробки, редуктора, двигатель. Смотрим ближе его. Двигатель, к сожалению, сейчас не смогу показать. Колеса все четыре новые стоят абсолютно. Сейчас посмотрим кабину. Кабина вся обшитая. Стоят обшивки, сиденья. Все в идеальном состоянии. Покрашены. Все втулки тоже поменены. Коробка, он видно, тоже все покрашено. То есть проходил полнейший ТУ. Данный кировец, то есть готов к работе. Покупайте, и в поле смело можно ехать. Резина Nortec. Можно видеть, то есть шипы даже еще. Друзья, если есть желание вас купить такого красавца, обращайтесь к нам, звоните, пишите. Обязательно проведем тест-драйв. И уже можете, если понравится, все покупать и работать. Ждем ваших звонков.